Приветствую вас, уважаемые телезрители. Сегодня мой высокий собеседник Михаил Плетнев. Михаил Васильевич, я знал только одного музыканта, который так бы не любил телевидение. Это был тоже пианист, и это был Святослав Рихтер. Я знаю, что вы не любите говорить о себе, но вы любите говорить о великой музыке и о великих музыкантах. И я знаю, как вы чтите своих учителей. От Киры Александровны Шашкиной, начиная, и до Льва Николаевича Власенко. Михаил Васильевич, вообще вы, наверное, можете сказать, что вам повезло на педагогов? Потому что в каждом большом состоявшемся музыканте все-таки немалая доля труда и педагога, правда? Мне действительно повезло в этом плане. У меня замечательные музыканты. Я же знаю их, вот, и Киру Александровну Шашкину, которой вы сохраняете отношения. Помните, как у Пушкина есть «В начале жизни школу помню я». Вот. И то, что вы помните из своих школьных педагогов, и показаний по ЦМШ, и консерваторских. Наверное, все-таки в ЦМШ шла главная ваша... Ну, уже... пожалуй, да, действительно. Я огранка. С 13 лет я поступил, по-моему, в ЦМШ, приехал. И у Тимакина я учился 4 года. Вроде немного, но действительно, это уникальный человек совершенно. Гениальный педагог. И в скромности тоже поразительный. Я не встречал педагогов такого масштаба. Скромности, да. Я уговорил его сделать записи своего учения на видео. Не то, что просто написать, знаете, там. Ну, да. А вот с начала до конца изложить принципы игры на рояле. И это снято было любительской камерой. Сейчас это все... Я попросил перевести на английский язык и сделали более-менее профессиональный фильм. Курс из этого. Такой, да. Целый получился. Если кто хочет научиться, как нужно действительно играть на рояле, он должен ознакомиться. Когда об этом, например, узнала такая выдающаяся пианистка, как Марта Аргерич, она мне прислала, попросила срочно прислать это свое местонахождение. Правда, конечно, речь идет в основном о начальном периоде. Дело все в том, что по учению Тимакина любое движение, любая маленькая, простенькая пьеса уже заключает в себе элементы сложнейшего виртуозного сочинения. То есть Тимакин не учит ничему-то тому, что не пригодится в дальнейшем. Причем эта стройная система и движений руки, и извлечения, звукоизвлечения, и технических приемов, и упражнений, и всего, чего хотите. Это мудрейшая система. Уникальная система. И тем более, вот, когда ты видишь самого профессора, который сидит, это и показывает, и объясняет, говорит это все своими словами. Мне кажется, это чрезвычайно поучительно. Все мои педагоги, они принадлежали к игумновской школе. Что такое игумновская школа? Это школа, которая по существу происходит от Бетховена, правильно? Неплохая родословная. У него учился Карл Черни, как вы знаете, у которого учился Лист. У Листа учился Зилотти. У Зилотти учился Игумнов. У Игумнова учился и Тимакин, который был его даже ассистентом в классе. Флиер учился у Игумнова. И у Флиера учился Власенко, который был тоже его ассистентом какое-то время. А я был ассистентом Власенко. То есть такая так что, родословная. Да, очень выстраивается все как бы. Ну, корни неплохие тут. Бетховен, да. Лист, но... Да. Черни, да. Зилотти тоже все величайшие имена.
говорим о том, что есть школа игумновская, школа Нейгауза, правда? Понять, что такое русская школа, можно только тогда, когда хорошо знаешь, что такое французская, скажем, немецкая, итальянская. Ну, почему? Достаточно знать имена великих русских пианистов, чтобы понять, что такое. Именно, что настолько разные, даже диаметрально. Так может, в этой разности и сила? То тут начинаешь теряться, когда если только в рамках этой школы понять, в чем она заключается. Лучше всего, я говорю, понятно именно тогда, когда ее сравниваешь с другими школами. Тогда какие-то ее основные черты все-таки начинают проступать. Но это совсем другой вопрос. Вот. Ну и, конечно, такие люди, как Лев Николаевич Власенко. Я не могу назвать, действительно, что я у него учился в том смысле, что он меня чему-то учил как-то профессионально. Вы уже были выучены к тому времени. Ну да, скорее это было какое-то взаимообогащение, может быть. Я приходил с какими-то новыми идеями. И каждую новую программу, которую я выучивал, я сначала проигрывал ему. Он рассказывал свое видение этой музыки, говорил какие-то интересные исторические вещи, которых я не знал, потому что человек был исключительной образованности, знающий в совершенстве несколько языков. Например, английский он знал просто, наверное, не хуже русского языка. И кроме того, что он был музыкант и пианист, он был еще и литератор. Об этом я не могу много говорить. Он переводил, он прекрасно знал в совершенстве и французский язык. Я прекрасно помню, когда Яков Владимирович Флиер, который не так хорошо знал языки. Его педагог, кстати, да. И многие другие интересовались вышедшими мемуарами Рубинштейна или книгами, написанными Агоровицем, на французском, на английском языке. Они все даже ждали, как называли, Леву Власенко. Ага. Вот он приходил, взял эту книгу, брал эту книгу, открывал. И с листа переводил. И с листа он читал так, как будто она была написана на русском языке. Прекрасно помню, когда я спросил, чем он занимался вот данное лето какое-то. Мне говорит, было нечего делать. Я перечитал от корки до корки снова на английском языке все сочинения Шекспира, например. Неплохо. В свое время он был блистательным пианистом, его многие знают по конкурсу Чайковского. Он когда-то получил первую премию на конкурсе имени Листа. Он вообще особую склонность всегда питал к Листу, особую любовь. Вы еще много времени общались с ним уже не как студент-аспирант, но и как ассистент, да? Моя вся работа в Московской консерватории, она ведь была именно в его классе. Меня своего класса не было. Я работал там лет 10, по-моему, и я работал ассистентом. Мне это было, с одной стороны, очень выгодно, потому что я много разъезжал, много концертировал. Свой класс – это проблемы, ответственность и так далее. Эта вся ответственность возлежала на Льве Николаевиче. А я приезжал и занимался, значит, с учениками. У нас были общие ученики. Многие профессора, наоборот, так устраиваются, что они разъезжают, а ассистенты преподают. Ну, да, вы правы. Но бывает и иначе. Потому что вот в то время, когда я вот начал работать в консерватории, я уже выиграл конкурс Чайковского. И мои гастроли были достаточно обширными и интенсивными. Но вы, наверное, тоже стремились сохранить вот такую же атмосферу в классе, да, Льва Николаевича? Чтобы это была не только музыка, чтобы это был широкий фон какой-то общекультурный. Мне далеко до Льва Николаевича во многих отношениях. Я не могу похвастаться ни такой эрудицией, ни такой
фантастической памятью. Но языков вы знаете таких... больше, чем Лев Николаевич. Знаете, языки – это совсем другое дело. Я, может быть, их знаю, но скорее поверхностно. А Лев Николаевич знал действительно то, что он знал, знал досконально. А вот к конкурсу вы с ним готовились, да, как-то обсуждали? Конкурсу, ну, собственно говоря, ведь программа конкурса была еще мною сыграна на всесоюзном конкурсе. Я играл то же самое через 6 месяцев или сколько. Я не помню, что-то я играл, не играл. Но, по-моему, я ничего из программы не менял, насколько я помню. Конкурсах вообще, о судьбе конкурсов, нужны ли они, не нужны? Да нужны, ли? Нужны. Конечно, очень хорошие нужны, мне кажется. Все-таки для старта молодому исполнителю. Обязательно нужны, это очень хорошо. Даже если не получил там место, это единственный повод для того, чтобы тому, кто хоть что-то умеет, себя показать. Место, не место, хотя бы публика заметит, или кто-то, или что-то. Теперь импресарио. И даже просто накал, скажем, реакции публики, даже если жюри ему ничего не дает, очень много может значить. Очень часто даже публика не согласна с мнением жюри, даже в жюри бывают расколы. Однажды мы вот беседовали как раз с вами о Тимакине, и вы его справедливо назвали учителем с большой буквы, а я, ну, просто по долгу ведущего, чтобы как-то, так сказать, вас раззадорить, сказал, что ну, все-таки не все его ученики, как вы, Катя Новицкая или Володя Фельдсман, достигли каких-то высот и побед на конкурсах, на что вы справедливо мне ответили, что не все, значит, ученики были с большой буквы. Наверное, действительно это так. Надо еще уметь взять ведь, да, даже от самого большого тут мастера. Тут даже, нет, многие взяли очень много, и чем больше они взяли, тем лучше. Дело в том, что талант исполнителя, это его, педагог его не может создать. Если он есть, он может действительно ему принести пользу. Этот талант, он либо, понимаете, дается не педагогу. Талант, да, а вот шлифовка, огранка. Вот. И я считаю, что даже, ну, хорошо, когда появляются какие-то звезды, но не менее важно, когда настоящий педагог дает как бы плеяду других, которые тоже занимаются, скажем, в большей степени даже педагогической деятельностью. Да все что угодно, даже просто слушают музыку. Но музыку-то даже слушать, понимаете, нужно уметь. Это и же сотворчество различать, тоже. Что хорошо, что плохо, иметь вкус в этом деле. Я всегда с таким восторгом смотрю на детишек, которые идут с этими нотными папками или в балетное училище шагают. Да. Это уже другие дети, даже если они не станут звездами сцены это, или да, это эстрады, совершенно концертные. Не важно, станут ли они звездами. Это но уже...
они не будут лишены вот этого счастья общения с искусством. Знаете, как гениально, как многое, сказал Толстой. У него в дневнике есть такая запись. Написать в жизни одну хорошую книгу достаточно, точка стоит, и прочитать тоже. Конечно, тут максималистское такое, максималистское заострение, но, в общем, смысл понятен, правда? Ну, в принципе, да, можно сначала ее написать, потом ее уже прочитать. Потом ее прочитать, да, свою книгу, если не удовлетворяют другие. Но я к тому, что написать какое-нибудь великое произведение хорошо, но если уж у тебя нет такого дара, то прослушать в блестящем исполнении великое произведение, это же тоже счастье. И если ты еще умеешь, вот что называется, резонировать струнами души, вот есть же особый талант читателя, талант зрителя и талант слушателя. Одна французская балерина сказала, что бывает публика, лишенная вдохновения. И выйдет перед нею там трижды гений. Если публика лишена вдохновения, не будет не только контакта, правда, но и, наверное, и исполнителю в такой атмосфере гнетущей играется плохо. Вы встречались с каким-нибудь так, непониманием вот, зала? Дыхание зала же значит для исполнителя. Для меня не очень оно значит. Не очень? Нет. Вы погружаетесь настолько вот в музыку и... У меня столько задач на сцене, чтобы сыграть хорошо, то дыхание зал... Не остается времени, слишком большая, так сказать, концентрация, очевидно, внимание. Вы знамениты вообще аскетизмом вот, внешних выразительных средств, как в дирижировании, так и в искусстве пианиста. Но вот Рахманинов, даже один из любимых ваших композиторов, все-таки говорил о том, что поведение артиста на сцене тоже очень важно. Если бы этого не было, то достаточно было бы, чтобы публика приходила в зал, а пианист бы усаживался за ширмочку и играл бы. И вот слушайте, но ведь публике еще важно поведение пианиста. К этому неплохо бы добавить, что когда Сергей Васильевич сам играл концерты, он выходил как бурлак с мрачным видом, как на пытку. Но действовал гипнотически? Его появление действовало, а сам он не действовал, он выходил играть. И, как мне говорил его
как внук или внучатый племянник Александра Конюнского, который вы помните, знаете, Рахманинов, который, да, да, сценарий живет, да. Хотя он его мальчиком еще, собственно, видел. Это поражало в том, что он сидел и совершенно не двигался во время игры. Корпус был совершенно неподвижен. Лицо было неподвижно. Только двигались руки. Но какие руки? Да. Если поведение артиста, как бы сказать, помогает людям проникнуть в существо того, что он делает, собственно, результат и смысл его появления в том, чтобы играть музыку, услышать эту музыку, именно отсутствие каких-то внешних и дешевых эффектов в данном случае является правильным поведением. Помню, что есть запись ваша «Омаж ту Рахманинов», и вы играете на Стейнвее Рахманинова как раз там в сценарии, да? Но вот я помню также, мне довелось вас слушать, когда вы играли на Бекштейне Скрябина здесь, в музее Скрябина. И музейщики, народ суеверный и даже мистически настроенный, у них даже есть такая легенда, что этот рояль не каждого принимает. Вас принял рояль Скрябина. А как вы ощущали себя вот за роялем Рахманинова? Ужасно. Плохо играл. Ужасно, ужасно, ужасно. Почему? Не знаю почему. Не получалось хорошо сыграть. Но это не то, что вас как не удовлетворял инструмент, а действительно какие-то мистические тут были причины? В одном и том же зале, на одном и том же рояле может быть концерт, скажем, какой-то удачный, а бывает неудачный. Ну, тут, конечно, как звезды еще, да, расположатся. Дело в том, что играть в небольшой комнате вот, для все-таки для публики какой-то, нужно найти какой-то нужный звук, но это не так просто. Вот так играли же Лист, Шопен, играли же салоны. Да-да-да, у меня, помню, что у меня не получилось, я был крайне недоволен. Неправда, это было хорошо. Был очень недоволен. Вы как раз тот пример, когда вы сумели себя утвердить и как пианист, как дирижер и как композитор. И не только уже как композитор, я имею в виду не только своими замечательными транскрипциями вот, балетов Чайковского, да, но уже и симфония, альтовый концерт для Башмета. Вы сейчас сочиняете?
Да, вот сейчас как раз кое-что сочиняю. Ваше уже мастерство пианиста как дирижера вам помогало, когда вы делали первые шаги? Нет, не помогал. Это разные совершенно вещи. Но вас воспринимали именно как большого музыканта. Вот, и те оркестры, которые были до российского. Я воспринимал себя как начинающего дирижера. Ну вот скажите, вы играете и Скарлатти, Шопена, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, всех не перечислить. Ведь это сродни тому, что актер на сцене перевоплощается в разные роли. Я играю только ту музыку, которую я понимаю. Которую я не понимаю, я не играю. А есть такая, которую вы не понимаете? Сколько угодно. По-моему, вы можете дойти до сути. Есть еще такая, которую я понимаю, но не люблю. Вот, это я могу оценить, потому что слишком много хорошей музыки. А есть еще такая, которую я люблю, но не понимаю. Есть? Всякое есть, да. Правда. Но в основном я предпочитаю играть то, что я и люблю, и понимаю. Но это тоже круг необычайно широкий. Широкий, да. Слава Богу. Не могу вам сказать, что он, да, не узкий. Не жалуйтесь. Многое чего нравится. Thank you.
педагог – это фигура в жизни музыканта после родителей, наверное, самая значительная, правда? Да. И поэтому вот всегда, когда мы радуемся успехам на конкурсах или на эстраде концертной, чьим-то успехом, конечно, недаром спортсменов всегда там тренера поминают. Видите? С одной стороны, вы правы. Но с другой стороны, вы знаете, я знаю случаев выдающихся пианистов, когда чрезмерная привязанность и долгосрочная такой опека вот педагогу наносит колоссальный вред. Но надо уметь, наверное, тоже вовремя из этой скорлупы, так сказать, вылупиться. А да? Часто педагог не дает. Знаете, бывают такие педагоги, которые уже как щупальцами цепкими. Когда особенно уже начал питомец какие-то делать успехи, да, и продвигаться. Я встречался с этим, вот, особенно в провинции, где педагог уже дал максимум того, что мог. И ребенку явно надо вот перебираться в Москву, в ЦМШ, каким-то, или в Гнесинку, или в Петербург, там, каким-то опытным более педагогом. А действительно, педагог тянет назад. Такой эгоизм встречается. Но это не свидетельствует о широте души такого педагога. К сожалению, нет. И часто это продолжается уже. Мальчик уже мировой пианист, и ему уже за 30 лет и дальше. Мы знаем такие примеры. Есть. А бывают даже и 40. И где-то есть педагог, который все продолжает его учить и приучать его к мысли, что без педагога ему ничего и не сделать. Такой педагог только балласт. Как говорил Евгений Михайлович Тимакин, что моя задача как педагога стать тебе ненужным. Ну, то же самое говорил, по-моему, и Нейгаус, и вообще все великие педагоги, ну, да, они... Ну, это настоящие педагоги. Да, Нейгаус, ну, рассматривал как честь для себя, что у него такой ученик, как Рихтер. И главное, мол, не мешать развитию этого невероятного таланта. В этом смысле вот именно Власенко, это вот не какой-то, не то что мелочные опеки, никакого желания присосаться или к славе, или к успехам, или на себя их как-то спроецировать. Но это полная противоположность. Во-первых, это радость. И вот такое живое восприятие, понимаете, вот что же принес ученик? Он никогда не сидел, даже средний ученик играл. Он каждого ученика внимательно слушал и вскакивал со стула, что-то ему показывал, чем-то старался его зажечь, получалось, не получалось. Это поразительно было. Я так никогда бы не смог. Но вот это был настоящий педагог. Он все время старался зажечь. И даже самые бездарные уходили, они какие-то маленькие вот такие хоть крылышки, но отрастали, вырастали, да, да, потому что он что-то такое показывал, что-то это было всегда ярко, это было всегда образно. Благородно с вашей стороны, что вы так чтите память учителей и Льва Николаевича в первую очередь. И я в этом ничего не вижу особенно благородного. Я считаю, что это просто долг обыкновенно. И, знаете, в наше время уже такие простые вещи воспринимаются как нечто исключительное, потому что мы живем в то время, когда какие-то этические нормы многие порушены. Я счастлив, что хотя бы это я могу сделать, понимаете? Спасибо, что вы пришли. Да. Спасибо
Ждем встреч с вами на концертной эстраде и в вашем доме. Спасибо.